В Бендерах ко Дню Победы подготовили большую праздничную программу. Будет велопробег, концерт в крепости, песни от агитбригад. Подробнее расскажет Мария Китаева. Праздничная программа в Бендерах действительно насыщенная. Она начинается в субботу с велопробега памяти, присоединиться к которому может каждый, у кого есть велосипед и желание прокатиться по Бендерам большой компании. Регистрация участников на площади Освобождения в 9 утра. Старт в 10. Одной колонной велосипедисты проедут по городским улицам, остановятся у мемориалов, чтобы возложить цветы и, наконец, завершат свой маршрут в Бендерской крепости. В парке Александра Невского в полдень всех будет ждать фотовыставка о войне и солдатская каша с тушенкой, а на сцене устроят концерт. Выступает муниципальный духовой оркестр под управлением Лазаря Калоева. Что будут исполнять? Ну, в репертуар, конечно, у них тематические. Это будут произведения о Великой Отечественной войне, которые были непосредственно созданы в годы Великой Отечественной войны и после. В День Победы праздник начнется в 8 утра с возложения на площади героев. Почтить память погибших в Великой Отечественной войне может каждый и в течение всего дня. А еще 9 мая всех будут поздравлять агитбригады. Это артисты. В советской форме на большой машине они заедут в каждый район города и споют песни о войне. Ну и, конечно, поздравят ветеранов. В годы Великой Отечественной войны была такая практика, что артисты собирались творческими такими бригадами, их называли в советский период агитбригады, которые разъезжали на фронтовых машинах по местам сражений и давали соответствующие концерты для защитников Отечества. Мы как бы решили возродить данную традицию, и мы формируем такие творческие агитбригады. Это военные машины, камуфлированные. На них будут растяжки, символизирующие День Победы, флаги Приднестровской Молдавской Республики, флаг Победы, конечно же, и Российской Федерации. А в 17:30 в парке Александра Невского на сцене начнется концерт. Подпевать творческим коллективам можно будет до 20:00. Когда на улице стемнеет, здесь же на большом экране покажут фильм о Великой Отечественной. Мария Китаева, Михаил Белый, ТСВ.